И снова всем привет. И давно у нас не было каких-нибудь индюшек. Вот, купил Yearwolk, он правильно называется. Мне тут не так давно скинули, сказали, посмотри, вроде что-то оригинальненькое. Вот я запустил сразу же без практически предисловия, там какой-то стишок показали, что кто-то кого-то поймал, посадил в комнату, не кормил. А он потом зашел, а тут живой и счастлив. Вот теперь сразу перешло вот тут сюда вот. Пока что я понял, что мы можем вот ходить с помощью лево-вправо. ВСД. Что делать, я пока не понял. В дом войти не можем. Очень странно. Или в смысле я могу... Ага, во! Я могу ближе подойти. Так и что, я могу попасть в дом? Или куда мне вообще? Так, вот мы прошли момент, где можно было подняться наверх. О! Тарен-тарен-тарен-тарен. И что это? И главное, как этим пользоваться. Чё? Яма какая-то. Так, сюда мы не можем пойти. Мы можем пойти сюда, вот назад. Колесо. Ничего не понятно пока. Вон, котелок. И чё? Тут вроде была где-то... Карта. Ой, как мы далеко зашли. Ну, давайте сейчас попробуем вернуться домой и... То есть понять, как это сделать. Так, вот это мы проходили. Нет, нельзя войти в дом. Ну что ж так. Да, здесь, судя по всему, только один проход наверх. Вот здесь вот у нас есть проход наверх, где мы еще не были. Кстати, догадайтесь, на чем сделана игра. Я думаю, вы прекрасно понимаете. Не, что-то нету прохода наверх. Очень странно. Пока что сплошное хождение. Может, мне надо было вперед чуть еще подойти. В общем, есть какой-то смысл. Но я его пока не знаю. Поэтому давайте пойдем обратно. Есть у нас такая возможность. Все. То есть получается где-то вот здесь должен быть проход наверх. Нету его. Ладно, пойдемте по другой дорожке пока. Погуляем. Ага, вот мы и пришли. Где-то тут еще наверх, по-моему, можно было. Судя по карте. Но, возможно, это только назад. Так. Тут где-то был проход вниз, по-моему, нарисован.
Я его прошел уже. Мельница. Там он еще что-то есть. О, мы дошли до мельницы. О! Здоров. Вот ты где. Целый день меня нам уже ждет. Дашана. И. Это, видимо, его мама. Ну что только мама может сказать, почему ты без шапки? Там же холодно. Уши отморозишь, идиота, кусок. Ну? Ну? Он ждал моего ответа и сказал, что дам его в следующем году. И это последний день этого года. Не, я все понимаю, ну... Короче, теперь пойти надо найти способ. Ярволкин, я даже не знаю, что это может значить. Годичная прогулка? Здесь ты шутишь. Ты помнишь, что случилось с моей кузиной? А, нет. Что ты не будешь глупить, обещай. Мы не знаем, что нас ожидает в будущем, и что может случиться в будущем. Короче, иди домой и отдыхай. Я понял, все. В свой коттедж идти. Легко сказать. Но я пока не вижу, особо темнело. Так, ну, вроде идем правильно. Вот сюда. До непонятного агрегата. Где он тут? Вот он. Вообще тут где-то вниз надо было уже идти, по-моему. Во. О, он сам догадался, кстати, в дом. Хотя нас при этом что-то плющит. Ой. Не нравится мне это, и что? Так, и... Ничего, эти предметы надо будет найти, или... Такое ощущение, что это запчасти от мельницы. Вот. Видите, кусок мельницы, вот опять. А, это название будет, да. Какой-то такой мини-стёб над чужими. Чё, ещё где-то? Блин, я не помню логотип сильно, чтобы найти еще 10 отличий, чего мне нигде не хватает. Чё, давайте пиксель хантингом вот это вот. О, закликиванием до смерти. То есть нормальные люди овец считают, а мы вот во сне из предметов слова составляем. Так, и чё? Тут, кстати, видел где-то подсказки. Энциклопедия пока непонятно, что это. Хинт.
Найти церковь. Идеально. На севере. Хорошо. Мне кажется, если мы откроем карту, мы увидим. Ну, как бы да, вот оно. Можно как-нибудь телепортироваться, не знаю. Видимо, нет. То есть, грубо говоря, сложно, грубо говоря, на самом деле говорить. Но, в общем, идти надо до упора вот так, вот так. Опять этот. Это фиговина, но мы не знаем ответа, поэтому идем отсюда. О! А это было? Можно этим воспользоваться, не знаю. О, топор, топор, ну! Понял. Он что-то мелькает, или мне кажется? Ладно. Ну, я что-то этой старушки не помню. Не землянки. О! Конечно, не помню, потому что этой землянки не было. Нам туда не давали ходить. Вот, теперь мы на правильном пути. Наверное. Замерзшее озеро, мне сразу вспомнился Донстерф. О! Еще один домик. Ну, открывайся. Ты ж как... О! Ты ж как бы намекаешь, что тебе надо открыть. И закрыть. И открыть. Видимо, положить дров надо. Дров у нас пока нет. Ладно, нам сказали, шел как бы ты в церковь. Так, вот, вверх. О! Так. Девочка-призрак. Уже хорошо, мне уже нравится. Мы же так любим с вами девочек-призраков, да? Почему ключ от двери, идущий в церковь, в каком-то виде козла? Вот видите, получается, вот рога, ушки. Вау. Плохая идея была это на ночь играть, чувствую. Так, и... Ясно, нам нужен ключ. Может, это церковь козла, не знаю. Ой, будь здоров, спасибо. Так. Где у нас может быть ключ? Давайте воспользуемся подсказкой. Следую за этой самой. Замечательно. South East. Ну это юго-восток получается, да? Кстати, громче, по-моему, становится. Тихо, это что у нас? Ох ты. Как-то мы так неожиданно домой вернулись. Хулдра. Что такое хулдра?
Вуд, Рунстоун, Вуд, Брук, Коттедж, Вудс, 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 Мельница, Холм, Мертвое дерево. И где мне про эту холдру найти вообще? Хинт. Far South East. Да, правильно, получается, это где-то вот здесь же, правильно, грубо говоря. На самом деле идти не знамо куда очень сложно. Воу! Привет! Блин, что-то какая-то игруха, ребят, мне... Не по себе. Кажется, я знаю, что надо дарить детям, которые плохо себя весь год вели. Так, есть какой-нибудь смысл, когда она показывает? Или она два раза туда, два раза туда? О-о-о-о. О, и кровь порвала. Так, можно я тебя откручу? Все, я понял, я понял. Хватит. Хватит, пожалуйста. Пожалуйста, перестань. Ты ведь понимаешь, что сейчас полтретьего ночи, а ты вот... Такой симпатичный. Так, может быть, внизу? По-моему, чуть-чуть песни... Да, такое ощущение, что она ближе становится. Или меня глючит. Нет, по-моему, очень громко становится. О, мы тебя нашли. Ключика дай, пожалуйста. Ты с кому-то из дерева как вылезет монстром. Вот через это, потому что, видите, она побольше. Смотрите, 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 смотрите. Странно. Слушай, ты меня расстраиваешь. Или ты сейчас обратно пойдешь, когда напугаешь нас? Или мы тебя сейчас вести будем до этого? Обратно. Не уйти тебе от погони. Не, значит, твое мое большое дерево будет чуть дальше. Хотя, в принципе, хватит и маленького. То есть создает. То есть одна моделька входит туда, постепенно растворяется, делается невидимой. Там уже возникает вторая, накладывается и.
ушла в камень. По-моему, не хватает ноты, то имперский марш не получить. Не знаю, может это вот та кукла? Там же было два, да, по-моему. Ну, давайте вернемся и посмотрим. Я, правда, не помню точно, где находится. Ну, хотя, если она будет прямо здесь, то я не сильно удивлюсь. Нет, она дальше. Вот. А, и видите, совы нарисованы реально. Один туда, один туда. Один, 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 один. Два получается. Один, один, два. Один, один, три. Один, два, один, один, три, два. Как-то так. Один, один, три, два. Дети, цветочки, сейчас забуду уже. Один, один, один. Раз, два, три. Раз, два. Тебя сдала кукла! Ха! Блин, я понял, что это мне все напоминает. Мультфильм «Бог и сиротка», студия 420. Кто смотрел, тот, наверное, поймет. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Вот такой же психодел абсолютно. Че, на капельки нужно идти? Вот на такие вот, оп. Или наоборот не надо. А может наоборот на А надо идти. Как в первом принце. Перси. Да вы издеваетесь. А здесь какая-нибудь логика, не знаю. Ну а? Угадал. А? Нет, назад, похоже, откинуло. Угу. Назад. Какая-то логика, наверное, но я что-то и пока не вижу. Раз, два, три. Колокольчик опять же. Или тональность одна и та же должна быть? Нет. Ребята, мне всегда было как-то с такими вот сложно. Угадал. Ну вот. Четвертый, по-моему, да?
Нет. Блин, а похоже вроде было. Но самое интересное, я же не запоминаю абсолютно, блин, как идти. Практически. Раз, два, три, четыре. Здесь, по-моему, назад. Два. Четыре. Раз. Нет. Раз. Два. Ай, раз. Два. Три. Четыре. Три. Раз, два, четыре, три, один, допустим. Нет. Два. Четыре. Три. Не поход. Три. Нет. Раз. Раз, два. Четыре. Давайте вторую проверим, чтобы уже по порядку было. О! Блин, мне пора уже записывать. Два, четыре, три, два. По-моему, так, да? Ну точно не один. Два. Четыре. Три. Здесь два. Тут тоже не два. Не люблю такие головоломки на самом деле. Не знаю, они не сильно интересные. Я не знаю, может я что-то упускаю просто вот. Но мне этот перебор, это всегда такая гадость. Раз, два, три. Два. Раз. Два. Не нравится мне тут, да, вот так вот, такой год. Вот, мне не понравилось, значит, правильно было. Не надо было идти. Ай. Три. Ой.
Два. Мы не знаем, что не три. Раз. Два. Три. Четыре. Тоже что-то мне не особо нравится. Ой, 3-2. Так, по-моему, мы на 4 остановились, да? Раз, два. Ну, там 2 не нравились нам. Это 5-й получается. Ну-ка, 5-й. 6-й. 7-й. 8-й. Видимо, повтор пошел, да? Так. 8. 7. 6. 5. 4. 3, да, вот. 3, 4. 5. Хоть скрипт пиши для быстрого пролистывания вот этого вот. Значит, 6, так? 6. Давайте с конца теперь пойдем. Ну и пошли, называется. 2. 4. 2. 8. 7. Неужели? Отдай нам ключ. Будь привидением. Оу. Стопудово, это было так. Зина. А чья это тогда была кровь? Ну хотя при условии, что сов нету. Видимо, это была кровь совы. Одной и второй. Чувствую, у меня сегодня сны будут замечательные. Так, и как нам теперь попасть? Ключ в воде? Чё? Вниз по реке. А где у нас тут река? На Саузе. Пейлхоз. Лурелс. Нет, я больше хотел пока узнать, куда идти. Pale, pale horse. И где у нас на юге тут? Река. Давайте идти. Рано или поздно наткнемся, наверное.
Ну вот я не помню, если честно, была ли у нас река какая-то вот. Камушки эти непонятненькие. Символы эти, блин. Как много. Вообще, как немного надо, чтобы человека напугать на самом деле. В таком зимнем лесу тоже, блин, понаделать странных знаков. Так. Сейчас наверх. Вот не знаю, почему по прямой нельзя было пройти. Так, где-то тут был вниз. Вот. Где-то здесь должна быть лошадь. Эти знаки опять не по... Нет, не... О! Лошадь. Можно я не буду? Я трогать и на этом завершу и вообще удалю эту игру. Конь в пальто. Замечательно. Ты конь же? Кого выбрать? Ну, не знаю, не все симпатяшки. По каждому на... Член охотников за привидениями. Можно я пойду? Можно. А ключик-то я забрал. Энциклопедия красной стала. Можно тебе обратно запрятать вместе с твоими вот друзьями. 4 души. Ну, я видел, помните это красненькое? Видимо, это оно. Вот, допустим, я не знаю, нет? Нет никакой реакции. О. Я не хочу туда заходить. Музыка такая, блин, жуткая. Какую-то букву Ю нужно. Нет, дальше нет ничего. То есть вы мне говорите, что... С этим что-то надо все-таки делать. Не сильно мне помогли подсказки. А, на клавиатуре надо нажимать. Нет, в хранилище привидений оставайся. Да. Куда тебя вообще? Не тебе держать надо? Охренеть. Эту вот непонятную личинку. Пойдешь со мной еще погулять? Господи боже, что за хрень тут вообще творится?
Я бы не стал там жить. Не, знаете, вот мы думали, что тук-тук странный, но у тук-тука есть своя логика. Тут пока логика тут напрочь. Так, вот я вижу еще кровь, я не знаю, это тоже место или... Пойдем, дружок. Чувак, я там сам в шоке, ты знаешь. Не смотри так на меня. Я вообще как-то держу через дверь, это самое, через... Неважно. Так, где могут быть остальные? Здесь мы были. Кукла пропала. Пока больше я не вижу. Давайте посмотрим, что тут. А, нет, все, тут конец. Этот знак, кстати, я думал, что возможно он будет найти, раз мы его в энциклопедии открыли. Но похоже, что нет. Я не знаю, где еще может быть. В каких необычных местах могут запрятать души эти. Так, ну тут вроде нету крови, а вот здесь может быть что-нибудь будет, нет? Нету. Ну, что я думаю точно, что мы ее, скорее всего, пройдем. Так, а, ну мы вернулись в то же самое место. Кстати, где это? То есть сюда в сторону мельницы идти, может быть, там что-то есть. Так, сколько нужно всяких вещей сделать, чтобы тупо сходить в церковь? О. О, вот эти капли крови мне не нравятся. Чувствую, нам не нужно будет давать. Ответ. Кстати, смотрите, треугольник, который, возможно, в этом будет использоваться в той головоломке. Так, нельзя покрутить, повертеть вообще. Не, значит, надо что-то с этим тут делать. Пока ничего не происходит. О! А! Нужно было просто... Господи, перестань это делать. Пожалуйста. Ты меня пугаешь. Блин, конь в пальто. Вот, честно, я не могу высказать какое-то свое такое вот мнение по всему этому. Как-то это очень все неоднозначно.
Ну, то, что это реально необычно и круто, да, я могу это сказать со стопроцентной уверенностью. Так, тут телега у нас, да? Да. Вообще, как бы заканчивать пора, но я думаю, найдем уже последнюю душу, наверное. Пытаемся, во всяком случае. Вот где она еще может быть? Давайте сходим вниз, потом вот туда вот. Ну это, скорее всего, землянка-то. Почему-то мне так кажется. Да, вот она. Есть кому-нибудь подсказка? Нет, мельницу мы знаем. Хотите сказать, что энциклопедия мне может что-то подсказать? Ну, оба-на. Самом деле у меня были какие-то похожие мысли, но я отверг их из-за кажущейся глупости. А зря. Так, нет, надо где-то вот здесь. Вот, по-моему, мы идем наверх. Теперь идем сюда. Идем вниз. Опять идем вниз. Да ж кто у ребенка энциклопедию убил? Ну, кому ты теперь ключ отдашь, чтоб тебе опять мудился? И ну пойдем, огонек. Кого-то надо сжечь, кадренищине. Нет, не будешь это сжигать. Давай пенек подожжем. Смотрится круто. Или вообще вот сюда вот. Во. Так и должно быть. В Dark Place. А-а-а. Понял. Понял. Понял, понял. Dark Place у нас только одно. Можно еду, не знаю, себе разжечь. Другое дело, что я не помню, как точно туда дойти. Нет, значит, сейчас, по-моему, вниз, а потом до упора в это самое влево. Угу. Давай, отжигай. О. Опять знаки какие-то. Сейчас какая-нибудь херня, ребята, вылезет, поэтому подождите вы так. Внимательно тоже не всматривайтесь. Вот еще один знак какой-то. Кровавые пятна. Воу. Еще один. Тут кто-то кровь внес и разлил. Блин, этой шутки КВНской бородатой уже не знаю сколько лет, она все еще актуальна. Нет, нельзя. Особенно тут.
Ощущение, что кто-то лапками лицо закрыл. Типа, а, не трогайте меня. Где-то проход был, нет? И чё, я огонёк там оставлю? А, то есть мне его не дают, да, с собой забрать? О, господи. Да, вытаскивайся. Как тебя вытаскивают, я не знаю. Я не знал, что вороны тоже линяют со временем, как змеи. Теперь как дурак идти обратно, да? И опять держать этот ключик еще в руках. Ленивые программисты решили не добавлять инвентарь. Где тут проход? Наверх. Еще, по-моему, наверх, да? Нет? Нет. Во. Аллилуйя. Я просто не знаю, насколько длинная эта игра. Я не знаю, сейчас вот неожиданно я закончу, а там выяснится, что там еще 5 минут. Ага. Ясно. Это надо все обходить и смотреть, сколько там чего было. Не, можно, конечно. Рассчитать варианты. Ну, что-то мне как-то влом. Сколько тут? 4. 16. 256 вариантов где-то получается, грубо говоря. То есть раз, два, три, четыре. Нету, да? Раз, три. Раз, два, три, четыре. Раз, сейчас ты подошел очень, да? То есть надо теперь прогуляться по всем и посмотреть, возможно. Тут, наверное, вряд ли будет. Ладно, на этом, пожалуй, мы и закончим. Эту первую часть, хотя я, по-моему, почти на целый час, но меня реально это затянуло. Так что спасибо, что здесь посмотрели. Если не сошли с ума. Потому что я чувствую, что уже скоро. Так что всем пока. Лайкайте, комментируйте. Фух.